Перед вами несколько купюр номиналом 20 марок союзного военного командования. Денежные знаки, выпускавшиеся оккупационными властями в период оккупации Германии и обращавшиеся параллельно с рейхсмаркой и рентной маркой выпуска 1944-1948 годах. Из истории данных купюр. Подготовительная работа по изготовлению денежных знаков и последующей организации выпуска их в обращение была возложена на бюро гравировки и печатных работ в Вашингтоне. В апреле 1944 года СССР были переданы клише, бумага, краски и образцы денежных знаков. Выпуск денежных знаков союзного военного командования в обращение был начат 8 сентября 1944 года. К моменту вступления советских и англо-американских войск на территорию Германии союзники установили следующие курсы марки к своим валютам. Так, 1 рубль равнялся 2 марки, 1 доллар США 10 марок, 1 фунт стерлингов равнялся 40 маркам. Рейхсмарки и рентные марки сохраняли силу законного платежного средства. В соответствии с Потсдамским соглашением, германские власти должны были бесплатно предоставить столько германской валюты, сколько потребуют представители союзников изъять и выкупить в германской валюте в такие сроки и на таких условиях, как укажут представители союзников, всю находящуюся на германской территории валюту, выпущенную представителями союзников во время военных действий или оккупации, и передать бесплатно представителям союзников изъятую таким образом валюту. Эмиссия оккупационных марок производилась во всех оккупационных зонах, причем договоренности между союзником о ее размере не было, и военная администрация каждой зоны выпускала марки на свое усмотрение. Достоверных данных о сумме эмиссии нет. По официальным данным, британская военная администрация прекратила выпуск военных марок 1 августа 1946 года, в американском секторе 15 сентября того же года. К этому времени был выпуск английских и американских военных властей составил около 10 миллиардов марок. Надеюсь, что вам был интересен наш видеообзор. Смотрите другие ролики по различным темам коллекционирования на нашем видеоканале «Мир коллекционера» в YouTube. Спасибо вам за лайки и подписку на наш видеоканал.